Что случилось с мамой Одессой? Не узнаю ее. Какой кошмар. Слышь ты, муфло, тише можно? Тапки вообще сними. Молдаванка, не та уже Пересин, не тот уже Франциский наш бульвар. Главное для снайпера что? Фиксированное положение. Пошел. Проклятая аллергия. Таблетки купи. Ненавижу эту работу. Не чихать, я сказал. Вялочка. Что с тобой? Васик! 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 Что такое? Васик! Васик! Помогите! Да. Это тебе не жук на скатерть чихнул. Уходим. С нами связались наши коллеги из Одессы. Интересно. Ты помнишь, я тебе рассказывал о деле Бурова? Буров. А, преступная группировка наркотрафика? Да. Они действуют под прикрытием строительной компании «Арпекс». Да. Там полный беспредел. Наркотрафик отлажен четко, поэтому Бурый, естественно, чувствует себя безнаказанным. Ну, к нему не подкопаться. Конечно, одесский отдел там давно следит за ним, но реальных зацепок, чтобы прищемить Бурова, у них нет. Ну, а мы-то тут при чем? А вот при том. Бойко, Игорь Сергеевич, кличка Шалый, 50 лет. Правая рука Бурова. Был застрелен в Одессе при выходе из авиакасс. Прекрасно. Его любовница Лиза Шманько. Шалый
собирался лететь на острова. За несколько дней до смерти он говорил по телефону со своим родным братом. Бойко Андрей Сергеевич. Он живет в Москве. Имеет небольшую автомастерскую. Угу. Мы пробили его. У него есть жена и сын. Вот, послушай, любопытный разговорчик. Я тебе повторяю, слышишь? Идиот. Угу. Ты мне здесь нужен. Да что я там в твоей Одессе не видел? У меня здесь мастерская, все тип-топ. Я тебе потом все объясню. Будешь работать у моего шефа. А Вальку с Мишкой я куда дену в натуре? Берешь их и вместе сюда. Я купил вам квартиру в Одессе. Ключ возьмешь у консьержки. У кого? У вахтерши, идиот. Значит так, бери ручку и записывай адрес офиса и квартиры. Так, ладно. Одесситы предоставили нам всю информацию по этому делу и просят помочь. А дело, Олег, вот в чем. Послезавтра похороны Шалова. Улавливаешь? Хотите послать им венок? Нет. Круче. Принято решение послать в Одессу брата Шалова. Не понял. Объясняю. В качестве брата Шалова туда направляешься ты. А, внедрение? Угу. Понятно. Какова моя задача? Войти в контакт с Бурым. Ну, нам надо задержать его с поличным. Николай Иванович, я готов. Только я не понимаю, как быть с реальным братом Шалова. Да с ним отдельно проведут беседу. Тут самое главное, это твоя легенда. Отлично. Олег, в Одессе ждут семью. Улавливаешь? Нет. Тебе нужно найти жену и ребенка. А что такое? Николай Иванович, брать туда женщину с ребенком – это большой риск. И вообще, как я буду с ними работать? Да они пробудут там всего пару дней. Хуже, если в легенду твою не поверят. Они ведь тоже не лохи. Пробьют всю информацию о брате в два счета. Так что, Олег, летишь в Одессу с женой и сыном. Николай Иванович, вы знаете, что я принципиальный холостяк. А брат Шалова принципиальный семьянин, чтоб его. Так, теперь дальше. Нам нужно провести этот, как его, черт, кастинг. Что это такое? Ну, пробы. Петя! Товарищ полковник. Приготовь наш спортзал для кастинга. Слушаю. Быстренько. Желаю, товарищ майор. Что это такое? Это ваши жены с детьми. Тепло тебе на язык. Ну что? Привет, Олег. Здравия желаю, товарищ полковник. Присаживайся. Давай, 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 присаживайся. Посмотришь, все будет нормально. Да я не волнуюсь. Так. Так, что у нас тут? Петя, начали? Карабанова с сыном. Ну что? Так, ладно, давай следующего. Понял, спасибо. Спасибо. Сизова с сыном. Так, только давай следующего. Понял, спасибо. Лейтенант Иванова с сыном. Так, ну, ладно, ладно, убери. Еще другие приемы. Идем, говорим. Мы можем еще показать. Спасибо, вы уже показали. Лисицина с сыном. Вот прекрасно, посмотри. Ну. И.
майор Рыжовская. С детьми. Сюда прошу, откроемся в театр. Вы что, с ума сошли? Так, давайте, убирайтесь отсюда. Макарова! Вы издеваетесь, что ли? Подожди, подожди. Ленёва! На данный момент все, Николай Иванович. Да. Вот поэтому я холостяк. Подожди, подожди. У нас еще есть партия. Да бесполезно, Николай Иванович. Это ж парад бронетехники. Так, времени у нас в обрез. Петя, готовь следующую партию через полтора часа. Понял. Павлик, быстрее, подожди. Ну, мам, я не хочу. Ой. Извините за опоздание, товарищ полковник. Сына из школы забирала. Разрешите войти? Кто это? Это вдова капитана Яковлева, который погиб при взятии наркопритона. Я вам говорил уже. Да, да. Проходите, Яковлева. Павлик, идем. Давай, давай. Ну вот, познакомьтесь. Это мой сын Павлик. Ну, поздоровайся. Здравствуйте. А он послушный мальчик? Ну, он у меня ангелочек. Ну вот, и хорошо. Надеюсь, гражданин Бойко, вам все понятно. Вы никуда не уезжаете, остаетесь работать. Это в ваших же интересах. Не, ну нормально, я с работы уволилась, я всю мебель продала. У меня чемоданы дома упакованы стоят. Чего ты молчишь? Ничего, ничего. Мебель купите обратно. С работой вопрос решим. А вы, гражданин Бойко, остаетесь почетным автослесарем. Ты чего молчишь? Че говорить? Накрылась наша Одесса. Поверьте, Бойко, лучше валяться под машинами в Москве, чем в Одессе на кладбище, как ваш братец. А что? Ничего! Хорошо. Идем. Вы брат Игоря Сергеевича? Да. А вы кто? Моя фамилия Левин. Я правая рука господина Бурова. Хозяин, к сожалению, не смог приехать на похороны, но попросил лично меня выразить вам свои глубочайшие соболезнования. Спасибо. Угу. Уходим. Перекрываем. Закрыли. Встали по периметру. Где-то на машину сразу. Уважаемый. Эй. Что такое? Господин Буров не давал никаких указаний по поводу меня? Нет. О, подождите, мой брат сказал, что у хозяина есть какая-то работа для меня. Но мне об этом ничего не известно. Лизонька. Закрыли. Солнышко. Дай мне твою ручку. Пойдем. Поехали домой. Гражданин Бойко. Моя фамилия Шмыга, а это лейтенант Нечипорук. Нам надо задать вам пару вопросов. Проедемте с нами в отделение. Что, прямо сейчас? Мне нужно отвезти жену и сына домой, на квартиру. Там мы вас долго не задержим. Ну. Мой сын устал, мы только что из аэропорта. Ну, поехали домой! Так, Миша,
Полетим домой завтра, а сейчас мы едем в город на квартиру. Ну ладно, ладно. Мы поедем с вами на квартиру, вы оставите жену и пацана, и проедем с нами в отделение. Угу. Это быстро. Вы не тушуйтесь. Не бойтесь. Ладно. Поехали. Садитесь. Я к тебе сегодня вечером заеду? Нет. Сегодня не могу. А что такое? Неплохо. Ну почему? Уезжаем. Садись, садись. Навозу. Сколько будет стоить? Сколько дадите? На. Открывай. Главное для снайпера что? Фиксированное положение. Молодец. Братан, чихнул на туре сейчас. Не чихать, я сказал. Бурый не появился, все усложняется. Мам, я в тубзик хочу. Потерпи, мы скоро приедем. Извините его. Называй меня на ты. Ну хорошо, извини. Мам, он мне не нравится. Тише, не балуйся. Так прекрати сейчас. Что творишь, а? Ангелочек, говоришь? Павлик, как тебе не стыдно? Немедленно извинись. Извините. Называй меня на ты. Оставайтесь в машине. Хорошо. Быстрее! Коля! Что это было? Говорят, это полезно для кожи. А еще говорят, что это к деньгам. Да это реальный отстрел, говорю тебе. На нас туда наехал. Сначала шалый, а сейчас пытались завалить меня. А я знаю. Ну что, сильно болит? Ваш адрес, пожалуйста. Мы только сегодня прилетели из Москвы. В Одессе мы останавливаемся на улице Дворянская, 33. Дворянская, 33? Да. Здравствуйте, конечно. Ваш паспорт? Да-да, конечно. Вот. Держите. Думаю, они ушли в лес. Запиши ее паспортные данные. Да, конечно. Ну что, гражданин Бойко, ваша жена стала свидетелем покушения на убийство. Вам с женой нельзя оставлять Одессу в ближайшее время. Угу. Да. О. Сюда я говорю. Товарищ полковник, здравия желаю. Ранен водитель Левина. Работал снайпер. Очевидно, это было покушение на самого Левина. Неприятная дорожная оплошность, машина с дерьмом. Если бы не оплошность, это было бы уже второе убийство. Да. А это брат Шалова? Да. Я его заберу на время. Так, да, точно.
Пройдите. Полковник Будько Григорий Иванович. Майор Зверин. Олег. Да я уже знаю. Конфетку хотите? Я не люблю сладкое. А я курить бросаю. Где Бурый? Скрылся в неизвестном направлении. Какие ваши планы, майор? Ждать его. С семьей? Да. Так это ж может затянуться не на один день. Мою жену задержали. Как свидетели, ей сейчас не разрешено покидать Одессу. Да это мы можем уладить. Этого как раз делать не нужно. Никто, кроме вас, не должен знать, кто я такой. Что, и наша милиция? Они в особенности. Дай сюда, дай посмотреть. А как быть с женщиной и ребенком? Это для них может быть небезопасно. Если мы хотим поймать Бурова, это наш единственный способ. А что вы скажете мальчику? Он же должен играть роль маленького Бойка. У вас есть дети, майор? Нет. Так, так. А сколько пацану лет? 7. Ай-яй-яй. Что ай-яй-яй? Скоро поймете. Я не собираюсь их держать вечно. В принципе, это ненадолго. Понятно. У вас тут машина? Да, взял на прокат. Вот эту? Да. Ну, конечно. Что они еще могли вам втюхать? Вот эти двое будут за вами следить. Для достоверности вашей легенды это хорошо. Пусть Бурый думает, что вы брат криминального авторитета, за которым следит местная милиция. Вот. А вот это мой номер. Тебе нужно ехать, а мы сами разберемся. Ты уверена? Ну, конечно. Хорошо, я позвоню. Хорошо. Езжай за нами. Что такое? Добрый день. Чтоб мне была такая жизнь, как он добрый. Вам должны были оставить ключи от 5-й квартиры для Бойко. А вы кто? Я Валентина Бойко, а это мой сын Миша. Миша? Давайте паспорт. Пожалуйста. Москвичи? Да. А сколько вашему обормоту? Я не обормот! Шикарный мальчик. Да. В этом районе куча детей, будет с кем поиграть. Вот, слышал. Вот ключи. Спасибо. И чтоб меня не галдеть. Ой, да мы тихие, правда? Правда, мама. Завтра, сейчас! Я не могу сейчас. Можешь! Боже, да магазин уже закрыты. Как ты не понимаешь, магазин закрывается в 8. Так, нужно дождаться Зверева. Нет, не нужно дожидаться Зверева. Получишь ее утром, а сейчас оставь меня в покое. Так, Павлик! На кладбище ты сказала, что если я буду себя хорошо вести, то ты мне купишь машинку сегодня. Да, сказала, и что? А еще ты сказала, что через 2 дня мы вернемся в Москву. Поживем здесь несколько дней и вернемся. Если ты мне не купишь машинку сейчас,
То есть я ухожу домой! Отлично! Ну, давай вперед, пошли. Давай, давай! Да, давай, поехали. Ну, давай, поехали давай. В Москву. Я сам, давай, давай. Я сам, вперед. Я сам! Угу. Ну, мама! Да, пешком в Москву вперед. Хотел в Москву, давай. Я сам! Да, давай, до свидания. Пока, пока. Ой, разбойник ты мой. Мам, я куплю машинку. А, вот так, да? Ой, так, слезай, телефон звонит. Алло. Привет. Как у вас дела? Нормально устроились? Да, все нормально. А как вы съездили? Слушай, называй меня на ты, ладно? Съездил нормально, задали пару дебильных вопросов и отпустили. Ага. А сколько мы еще здесь будем? Хочу большую машинку. Думаю, дня 4. Вот как. Я не очень вас там расстроил. Тебя расстроил. Я хочу сейчас! Так, отстань! Отстань! Тихо! Чё там? Случайно не будешь проезжать мимо магазина игрушек? А чё? Ну, Павлику нужно купить полицейскую машину. Если мы не купим ее сегодня, он нас вечером изведет. Чё, прямо сейчас? Ну да, прямо сейчас. Иначе магазины закроются. Ладно, хорошо, какую модель? За дистанционным управлением. И с мигалкой, и на батарейках. И с батарейкой. И с мигалкой. Ой, да, и с парой подзатыльников. Сирены, чёрт. Где я сейчас буду искать здесь магазин игрушек? Чем могу помочь? У вас вообще кондиционер работает? Работает, только плохо. А вы, наверное, приезжий. А что, по мне заметно? Короче, мне нужна машинка, игрушечная. Так а других у нас нет? Легковую, грузовую, пожарную. Полицейскую, с мигалкой, на батарейках и с этим вот, как его? С дистанционным управлением. Да, с дистанционным управлением. Сколько лет? 40. То не вам, вашему сыну. А, моему сыну 7 лет. Ему нужна машинка. Сейчас покажу. Ты смотри, как этот московский жлоб пафосно ходит по Одессе. Ага. Смотри, оглядывается. Ну, гнида. Так и да. Чтобы сегодняшнего дня вокруг меня двойное кольцо охраны. Вы поняли меня? Я говорю, вы поняли меня? Поняли, шеф. Шеф. Что тебе? У вас краска с волос потекла.
Уйди отсюда. Я сказал, уйди отсюда! Иди отсюда, сядь. Что такое? Вы куда? Здрасте. А, меня зовут Андрей Бойко, я господину Левину. Угу. Да. К вам господин Андрей Бойко. Кто? Андрей Бойко. А, пусть войдет. Проходите, пожалуйста. Что это? А, игрушка. Можно? Подарок сыну на день рождения. Проходите. Спасибо. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте, господин Бойко. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Слушайте, я уже в курсе, что ваш брат пообещал вам работу. Но его уже с нами нет, увы. Так что нам придется ждать возвращения господина Бурова. А когда он вернется? Если бы я это мог знать. Господин Левин, я в Москве продал весь свой бизнес, автомастерскую. Мне брат обещал, что никаких проблем не будет, что вы... Коробка! Что это у вас? Да чертова сигнализация. Извините, подарок сыну на день рождения, я обещал. Там кнопочка есть. И сколько вашему пацану? 7 лет. Я приехал сюда с семьей, я не знаю, что мне делать. А пультик есть? А, да. Ну, какая интересная штуковина. А, господин Левин, вы, наверное, связываетесь как-то с господином Буровым? Mm. Может быть, как-то свяжетесь, я не знаю, там созвонитесь с ним. А вам не кажется, что у господина Бурова есть дела поважнее, а? Знаете что? Вы идите домой. А мы с вами свяжемся, когда от господина Бурова поступят какие-либо распоряжения. Хорошо? Да. Вот и хорошо. До свидания. Привет. О, ты нашел ее. Да, это было нелегко. Мы спасены. Я иду. Где он? Он в ванной. В общем, как ты понимаешь, ситуация изменилась. Угу. Нужно еще раз ему объяснить, почему он должен называть меня папой. Да-да. И почему он должен всегда говорить, что он Миша Бойко. Мам! Угу. Я иду. Короче, нужна история. А он телевизор смотрит? О, да. Значит, что-нибудь из сериалов. Я послан сюда со спецзаданием, но об этом никто не должен знать. Пусть думают что угодно, например, что я секретный агент. Мам! Ладно, я иду. Ну, хорошо, мама! С ним поговорю. Ага. Что ж ты кричишь? Ну как, не замерз? Мент принес машинку? Кто? Мент! Так, мент! Тише, так нельзя говорить. Замолчи. А кто он, по-твоему? Не... Привет. Я не хочу, чтобы он уходил. Не груби. Я тебе принес вон машинку. Но ты получишь ее после того, как кое-что мне пообещаешь, что? Ладно? Никогда никому не говори, что я полицейский. Ясно? И самое главное запомни. Это спецзадание. И ты должен мне помочь. Да. Тебя зовут Миша Бойко. Да. В общем, тебе мама все объяснит. Если будешь вести себя хорошо, я... куплю тебе автодорогу. Слышал? На. С тачками! Да, с тачками. А с молнией? С молнией. Ты кого-то ждал? Нет. Я крутая.
Паш, вылазь. Оставайтесь здесь. О, хорошо. Какая классная машина. Здрасте. Здрасте. А то же ваш сосед снизу. А-а-а. С третьего этажа. Знаете, я как узнал, что появился в доме новый жилец, так сам пришел познакомиться, не утерпел. Имею счастье представиться. Сергей Петрович, можно просто Петрович. А вы сами с откуда вы будете? Из Москвы. Из Москвы. А в Одессе первый раз? Да. Ой, вам у нас понравится. В Одессе есть много на что приятно посмотреть. Вы слышали за наш дельфинарий? Нет. То вот. Надо пойти и смотреть, мой. Пока дельфинарий. Спасибо, обязательно я посмотрю. На минутку. Вы извините, у нас тут еще не обустроено. Да я что, жлоб, не понимаю. Я на минутку зайду и все. Андрей, кто там? Это... Ой! Сосед. Здрасте. Здравствуйте. Ваша супруга? Да. Поздравляю, эффектная дамочка. Ну, что вы скажете за эту жару, а, ребята? Вы извините, но мы только что переехали, никого еще не знаем здесь. Поэтому спасибо, что ребята, зашли. До свидания. Так, а давайте ко мне, а? Ребята, мои все на даче. Сядем, посидим, отметим ваш приезд. Обмоем я приглашаю, все как полагается. Я сегодня похоронил брата. Да вы шо? Боже, какое горе, мои соболезнования. Спасибо. Самое искреннее. Но в другой раз я приглашаю обмоем у меня. Какое обязательно, спасибо. До свидания. Что-то мне все это не нравится. У него на лице написано, что он умрет. Значит так, если он появится в мое отсутствие, ни в коем случае не открывайте ему дверь. Да, хорошо. Ой, извините. Называй меня на «ты». Мы семейная пара, помнишь? Угу. Я Андрей, ты Валентина. Хорошо. Так, а где мой чемодан? А он там, в этой комнате. А где мои вещи? Они уже в шкафу. Спасибо, конечно, но свои вещи я привык раскладывать сам. Ну, так разложите их. Не обижайтесь. Просто так я знаю, где что лежит. Отлично. Знаете, я холостяк, живу один. У меня есть свои привычки. Хотя, с другой стороны, конечно, спасибо, что разложили мои вещи. Разложила. Точно. Вообще, такая неплохая квартирка, да? Уютная, светлая, удобная. Попробуем не стеснять друг друга. Все у нас получится. Ну, неплохая комнатка у вашего малыша. Это не моя. Это не его комната. Большая кровать только одна. Вы что, шутите? Вы думаете, что я буду спать на этой кроватке? А у вас есть другое предложение? Алло. Минутку. Слушай, угомони свою машину. Никогда. Алло. Привет, майор. Как твои дела? Да, Григорий Иванович, все отлично, все идет хорошо. Значит так, Олег, подружка твоего брата... Да, извините, слушай, заткни свою машину, ладно? Какую машину? Это я не вам. Товарищ полковник, слушаю вас. Любовница Шалого? Ну, это Лиза Шманько. Официально она модель, а на самом деле работает на Бурова. Да, я понял, хорошо. Thank you.
Звезда моя, ты каждый день другая, вся моя жизнь тебе посвящена. Чё плетёшься-то, а? Да иду, иду. Что встал, давай. Не чихай. Приедем в Турцию, первым делом схожу в баню. Хотя в Стамбуле разве что это бани. Помнишь, какие раньше в Одессе бани были? Общественные. Пена по ногам течет. Листья с чужих веников липнут. Ничего больше по ногам не течет? Воды горячей нет. А в Турции так. Жалко, что мы уехали из Одессы, брателло, да? Главное для снайпера что? Фиксированное положение. Вперед. Это что за баррикада, а? Это мое ноу-хау. Давай, давай, давай. Не чихать. Тебе что, жить надоело? Ой, боже ж мой. Ой, с вами все в порядке? Боже мой, там звезда моя. Потерпи немножко, я сейчас скорую вызову. Товарищ полковник. Да, майор. Это Зверев. Угу. Я в квартире Лизы Шманько. Да-да, и что? На нее было совершено покушение. Нужны срочно врачи и эксперты. Она жива? Жива она. На нее жираф упал, она сознание потеряла. Какой жираф? Деревянный. Не понял. Ну, приедете сами, увидите. Понял.
Тут такое дело, я, короче, бомжа сбил. Нельзя это как-то уладить. Какой бомж? Тоже деревянный? Бомж настоящий. Отсюда. Не мешай. Пошли, пошли. Мам, мам. Машинку собирай. Заберешь он. Пошли зубки чистить. Не мешай ему дыхать. Умываться надо, Паша. Умой лицо. Ну, отстань. Ой, это мой разбойник. Иди сюда. Давай, иди сюда. Ручки вытирать, Паш. Проди сейчас. Что ж ты такой непослушный, а? Для жирных волос и против перхоти? Мам, у него перхоть. Не шуми. Дай сюда. У него воняет. Еще какая-то гадость. Уменьшает потов выделение. Мам, потеет. Паша, тихо. Мам, у него больная голова и воняет изо рта. Мам, нам подсунули гоблина. Не трогай ничего. Все, ты перестанешь или нет? Пашка, так нельзя, понимаешь? Не шуми, веди себя хорошо. Все, пошли, поставь все. И пошли. Паша, поставь все на свои места. Пойдем, пойдем, все. Давай в туалет теперь сбегай и завтракать. Ой, доброе утро. Доброе. Выспались? Да, спасибо. А я вам сейчас приготовлю завтрак. Послушай, мы договорились на ты. И потом не стоит, я сам. Ну, извини. Угу. Замерзло, стучаться надо. Извини. Ой, еще минутку. Извини, не спеши. Ванна свободна. Туалет свободен. Я в туалет. Извини. Паш, что ты делаешь? Паша, кушай, пожалуйста.
Мамочка! Павлик, кушай, пожалуйста, свою кашу. Ну, что ты делаешь? Ну, Паша, ну кушай. Мама! Так я тебя накажу, если ты не будешь кушать. Я не хочу есть. Приятного аппетита. Спасибо. Павлик, ну для кого я готовила? Я не хочу! Ты куда? Ну, ну как тебе не стыдно? Извинись немедленно. Чё? Извини его, я приберу сейчас. Да, ничего, ничего, я сам. Ангелочек резвится, пусть резвится. Я не ангелочек! Алло, Паша. Алло, его нет дома! Зачем дай ты сюда, меня отпустил? Вон, дай сюда. Отпусти. Алло. Привет, майор. Что у вас там за шум? Да ничего, товарищ полковник, ангелочек балуется. Все нормально. Я не ангелочек! Семейные хлопоты. Ну-ну. Набери меня, когда будет минутка. Обговорим наши дела. Да, товарищ полковник, сразу наберу. Ага, давай. Садись. У нас еще каша осталась, есть яйца всмятку. Вот. Я вообще-то сам привык готовить. Ну ладно, спасибо. А! А? Что это такое, а? Ой, мой солдатик нашелся! Паша. На. Так, а ну быстро отсюда. Солдатик. Иди в свою комнату, быстро. Пошли. Иди, не балуйся. Здравствуйте. Веди себя хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А, подождите меня на улице, я сейчас. Хорошо. На улице сегодня прохладно. Одевайтесь потеплее, а то дитё застудите. Я не дитё! Так, Миша, веди Ой, себя Миша, хорошо. Ой, Миша, чтоб ты был здоров. Что такое? К нам тут вчера заходил сосед с третьего этажа. Петрович, кажется. Кто он, чем занимается? Я знаю. Голову только морочит. Все за всех спрашивает. Вот и за вас интересовался. А что такое? Да ничего. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания, товарищ Бойко. Заходите, заходите. Спасибо. Не нравится мне этот сосед, блин. Нельзя говорить, блин. Правда, мама? Правда. Пальцем тыкать тоже нельзя. Ладно, я вас оставлю. А ты не пойдешь с нами? Ш, у меня дела. Андрей, подожди, а у меня совсем не осталось денег. А, сейчас. На. Не густо. А сколько ты хочешь? Ну, не знаю, хотя бы 300. Я верну тебе сдачу. Подожди, а что ты хочешь купить на 300 гривен? Пройдусь по магазинам, на рынок схожу. Слушай, я, наверное, пойду с вами, потому что лучше, чтобы нас видели вместе. Угу. Пойдем. Осторожно. Осторожно через дорогу. Не узнаю ее, какой кошмар. Не та уж молдаванка, не та уже перес, не тот уже французский наш бульвар. Не та уж молдаванка, не та уже перес, не тот уже... Я приготовлю сегодня салат из помидоров и рыбу. Ты любишь рыбу? Да. Ой. Что вам? Дайте килограмм. Чего? 15 гривен за килограмм помидоров? Да, что? Поищем в другом месте, я не собираюсь платить 15 гривен за килограмм помидоров. Ну, а сколько они должны стоить? Сколько надо. В дорогущей Москве то все дешевле, а здесь просто, просто наглецы. А ты в Москве сам себе продукты покупаешь? Да, по выходным. Что, морковка 3 гривны? Да. Отлично, берем. Я хорошую не хочу морковку. Я люблю помидоры! Тихо. Послушай, морковка очень полезна, в ней полно витаминов. Я не хочу морковку, я хочу помидоры! Смолчи. Слушай, ну, не станешь же ты покупать ему вот эту морковь, если он ее не любит. Возьмем помидоры. И огурцы!
Здесь только дорогие. 10 гривен за килограмм. Я свою морковку сам, а мы купим помидоры. Все, ваш сын начинает действовать мне на нервы. Ну, что? Это и ваш сын, между прочим. Да? Бери, папаша, на детях не экономят. Ну, вот именно. Правда, мамаша? Да-да. Берем морковку. И огурцы. И огурцы. Папаша. Еще два. Да, хорошо. Папаша. Спасибо. Ладно, давайте огурцы и помидоры. И морковку. Одну. Какую? Такую? Такую. Почему вы решили играть на детской площадке? Там есть дети. Сегодня ты будешь сидеть дома. Но дома скучно. Я хочу, чтобы он сидел дома. Ну тогда купи ему автодорогу. Думаю, ему лучше пойти поиграть на детскую площадку. Только смотри за ним. Ладно? И не забудь, говори всем, что твоя фамилия Бойко. Да, да! Привет, меня зовут Миша, а тебя? А, меня Ваня. Мы приехали из Москвы. Здравствуйте, гражданин Бойко. Что случилось? У вас все хорошо? Все нормально. Гражданка, вынесите покупки домой. А ваш муж трошки прогуляется с нами. Какой тебе трошки? А что такое? Вы с какой квартиры? С последней. Сумасшедший. Самый последний. И что ты там делал? А? Где? Да не притворяйся больше тупым, чем ты есть. Ему и притворяться не надо. Где-где? В городе. Слушайте, я вам уже говорил, я хотел навестить невесту брата. А-та-та-та-та, невесту брата. И в нее совершенно случайно шо? Стреляют. Бойко, ты приносишь нам несчастье. Ты понимаешь, он решил просто пройтись по городу, и что мы имеем? Сбитого бомжа и раненую невесту. Слушайте, вы меня начинаете раздражать. Это мы тебя раздражаем? Да? Ах ты ж гость, ты московский! Ах ты ж гнида! Что за шум? Стоять! Я же просил! Без грубостей! Так точно. И так уже длится полчаса. А ты бы вообще никто тут не спрашивал. Так, оставьте нас. Есть, да. Все! Все! Я его уработаю. Капец этому Бойко. Извини, майор. Ребята маленько переборщили. Могли бы хотя бы кольцо снять, когда своего коллегу бьете? Извини, забыл. 16 лет не снимал. Со дня свадьбы. А, ну тогда да. Ну, как дела? Отлично. У ребенка истерика. Мать тратит мои деньги. А меня колбасят ваши идиоты. Полный набор. Ну, будь мужиком. Ага. Давай к делу. Бомж, ну, якого ты сбил машиной, в больнице рассказал, что киллеры из Турции, хотя сами родом из Одессы. Интересно. И не говори. И что они здесь делают? А я знаю. Уничтожают банду Бурого. О. Почему? А я знаю. Ладно, я домой пойду. Меня семья ждет. Хорошо. Я скажу операм, что я тебя отпустил. Ну, чтоб ты нас на след вывел.
ладно, иди домой, красоту наведи. Да, конечно. И это, привет семье. Вот увидишь, что с тобой отец сделает, хулиган. Не отец. Иди, иди, покажи ему свой разбитый нос. Не отец. Ай. Обхохотаться. Идите обедать. Так, а тебе умываться. Иди сюда. Покажи мне свой нос. Кошмар. Что же мне с тобой делать? Ма. Стой. Ай. Так, иди, я тебя вытру. Ну-ка, дай сюда. Все, садись кушать. Ну, рассказывай, что случилось. Он первый начал. Ага. Мы играли в футбол, он стал ко мне цепляться, и я ему дал по морде. Молодец. Совсем не смешно. Тебя это веселит, да? Я думала, ты его накажешь. Так я же... Да, сразу видно, что это не твой сын. Он дерется, ругается, как хулиган. А у тебя это вызывает смех. Так, кушайте. Осторожно, это горячо. Да, мама права. Драться нехорошо. И вообще, ешь салат сначала. Да не хочу я. Что значит, ты не хочешь? М? Ешь давай. Да не хочу. Мы же купили их для тебя, ты же сам просил. Что заставил купить меня дорогие помидоры, чтобы поржать надо мной? Ешь. Нельзя грубить, ты сам сказал. Правильно. Смеетесь, да? В следующий раз не проси воспитывать своего сына. Не понял, что это за яйца. Это шоколад. Вижу, что не колбаса, но почему так много? Ну, это для его коллекции. Коллекции? Какой коллекции? Не думал, что он собирает шоколадные яйца. Нет, в этих яйцах есть игрушки, и он их собирает. Так ты купила столько шоколадных яиц из-за игрушек? Да. Так же, как и йогурты, так же, как кукурузные палочки. И знаешь почему? Потому что у меня есть 7-летний сын. Будвайбер. Отвечаю. Пас. Ну, давай. К вам, господин Бойко. Слушай, ну, мне сейчас не до него. Скажи, что у меня совещание. Хорошо. Давай. Вы куда? Извините. Куда нельзя? Здрасте. Не помешал? Познакомьтесь. Это Андрей Бойко, брат покойного Игоря Сергеевича. А эти люди хорошо знали вашего брата и уважали его. Да, шалый был пацан, что надо? Слушайте, я не знаю, что я могу для вас еще сделать. У нас дела идут неважно. Кризис, сами понимаете. Передайте Бурому, мне известно убийца брата. Они бывшие одесситы, сейчас живут в Турции. В общем, если хозяина интересуют детали, вы знаете, где меня найти. До свидания. Алло, это я. Только что зарисовался брат Шалова. Опять? Да. Он говорит, что ему известно, кто замочил его брата. Это какие-то бывшие одесситы из Турции. Твою мать, ну гады, гады, а! Слушайте, хозяин, ну этот брат Шалова,
Ну, не нравится он мне, стрёмный какой-то. Без мыла в задницу лезет. Что будем с ним делать, а? Спасите его. Понял. Карту. Таблетки в натуре. Слышь, Муфлон, из тебя уже два косяка упороли. Ты понимаешь, в натуре, что попадало его? Да хватит чекать, сказал тебе. Сиди лучше, пригодится. Мишка! Миша! Привет! Ну давай уже играй! Здрасте! Здравствуйте, товарищ Бойко! Привет! А Павлик у дворе? Да. Что делает? Футбол играет. Это моя футболка. Ну да, я ее постирала и теперь глажу. Ты ее испортила. Ее нельзя гладить. Посмотри, швы, они теперь блестят. Ну извините, я не знала, что футболки нельзя гладить. Я не просил стирать мои вещи. Да что вы о себе воображаете? Что? Думаете, мне нравится разыгрывать с вами семейную жизнь? Ты вот похожа на то. Что? Я прекрасно могу обойтись без вас. Будь я один, я добился бы гораздо больших результатов. И не имел бы столько неприятностей. А от того, что я повесил на себя женщину с ребенком, вот никакого толку. Да нет, толк есть. Да? И в чем же? Теперь вы можете понять, какой вы есть на самом деле. Старый холостяк. Зацикленный на своих привычках с кучей комплексов. И к тому же зануда и шмот. Собирайте свои вещи и убирайтесь. С радостью! Смотри, какой рисунок нарисовал Павлик. Угу. Красиво, это что? Бандиты и полицейские. Он хорошо рисует. А где здесь полицейский? Я не знаю. Ладно, ну извините. Я был неправ. Давайте. Ладно, проехали. Пойдем спустимся вниз за Павликом и пойдем, может, погуляем по пляжу. Пойдем. Thank you.
мальчишка. Да. Балованный, правда. Я не могу ничего с собой поделать. А я хотела спросить, как так получилось, что вы такой сильный и интересный человек и один? Одному легче. Легче? Мама, смотри! Я вижу, вижу. Но мне не кажется, что... Простите, но ведь вы тоже не нашли себе никого после смерти мужа. Да. Просто в какой-то момент я решила для себя, что мне достаточно Пашки. Может быть, это так. А у вас никогда не было семьи? Не, просто не может быть. Почему? Я убежденный холостяк. Пашка, осторожно! Сынок, не заходи далеко! Да не волнуйся ты, я же рядом. Вы знаете, у вас куча недостатков. Но они вас не портят. Ты еще не видела меня в гневе. Значит, мне повезло. Не зарекайся. Мама, смотри! Паша, подожди меня! Я иду. Рыбка моя, ты не замерз еще. Мама, поплыли! Поплыли, поплыли. Добрый Здравствуйте. День. Товарищ Бойко. Да? До вас приходили двое мужчин. Они сказали, что скоро вернутся. Двое мужчин? Да. Иностранцы какие-то. Ой, я вас умоляю. Иностранцы? О! Кого я вижу? Наши вам. Здравствуйте. Здравствуйте, юноша. Хороший мальчик. А что это у нас с лицом? Упал. Еще вопрос есть? Так и у матросов нет вопросов. Что случилось? Идите сейчас в ближайший кинотеатр и сидите там. Но... Ничего страшного. Оттуда ни шагу. Я приду как смогу. Давайте. А что за фильм? Идем, сынуль. Пошли на улицу. Мам, что за фильм? Ну что, давайте таки поднимемся ко мне и, наконец, замочим ваш приезд, а? Моя на дачу, ваша в кино. Пойдем? Я не пью. И вам не советую. Правильно, товарищ Бойко. И вам, Петрович, пора давно завязать. Алло. Григорий Иванович, ну что, кажется, нарисовались наши киллеры. Скоро они должны появиться у меня на квартире. Надо организовать операцию. Я понял. Значит, я разобью квартал на квадраты, и мы их возьмем. Да, но сначала я хочу с ними поговорить. Арестуйте их потом, когда они выйдут отсюда. Идет? Ну, хорошо, хорошо. Все на выезд! Быстро! Мистер Бойко? Да. Я Бинг. Сэм Бинг, Интерпол. А это есть... Это есть мой помощник Том Гейтс. Hello. Hello. Можно нам заходить? Да, конечно. Пошли. Мистер Бойко. Мы иметь к вам разговор. Прошу. Томми не говорит по-русски, но хорошо понимать. Говорить буду я.
Можно нам сидеть? Да, конечно, пожалуйста. Садитесь. Take your seat. Сядь. Shit. Мистер Бойко, я хотел рассказать вам, почему погиб ваш брат. Нифига себе, сколько шума из-за этого, Бойко. Слушай, пошли поможем. Тебе нужен этот геморрой? Наше дело следить и не вмешиваться. Это есть война мафии. Мафия Истамбул и группировка Бурый. Сначала мафия Истамбул и Бурый дружить, сотрудничать. Но несколько дней назад мафия решила Бурый убрать. Почему? Бурый должен был поставлять Истамбул 100 килограмм хероин на корабле. Да, exactly. Но не поставлял. Обманул. И тогда мафия посылала в Одессу 2 киллера. И они сначала убивали ваш брат. Потому что ваш брат отвечал за транспорт наркотиков. Но хероин до сих пор в Истамбул не приходил. И что тогда... Он сказал? Что он сказал? Дай сюда, бэйбой. Он сказал, что должен продолжаться. I want to go home from this fucking Odessa. Ага. А у тебя что он сказал? Томми сказал... Shut up. Что вы должен убедить Бурый, окей? Okay? Убедить Бурый возвращаться в Одессу. Да, вы должен сказать Бурый, что вы нашел наркотик здесь, в эта квартира. То есть вы хотите, чтобы я сказал Бурому, что мой брат вор? Вы должен убедить Бурый, что наркотик у вас. И что вы готов вести с ним переговор. Он приезжает в Одессу, да, и попадает под пули двух киллеров. Yes, абсолютно точно. Скажите, одесская милиция в курсе ваших действий? Одесская милиция? Ха! Одесская милиция. Бурый, да. И all, весь одесский political, политический establishment, начальники, они заодно. Они над одесская милиция. Ха-ха-ха! Смеются. Да что вы говорите? Да. Одесская милиция никому не мешает. Ага. Ну вы поняли. Что вы говорите? Вы должен знать, весь наркотик, что приходит в Истамбул, почти весь, он приходит из Одессы. Но мы решили, мы будем действовать по-нашему. А я не понимаю, почему я должен действовать по-вашему. Очень просто. Если вы, господин Бойко, с нами, мы гарантируем вам безопасность. Мы вас защитим. Но если вы с Бурый... Тогда что? Вы меня извините, но вы будете кончать, как ваш брат. И вы не должен забывать, что у вас есть жена, ребенок. Хорошо. Мне нужно подумать. Дайте мне один час-два. Думайте, но не тяните за ответ. Окей? Okay? Let's go. Let's go, я сказал. Жвачка.
Гам. Жвачка. Томми. Томми, твой отец попросил меня взять тебя на стажировку, чтобы ты наконец перестал быть разгильдяем. И что? Ты все время болтаешь в интернете. Я расскажу обо всем твоему отцу. Нет, пожалуйста, не говорите ему, а то он не купит мне новую машину. Я больше не буду. Ладно, у нас много дел. Смотри на меня и учись, как надо работать. До свидания, бабушка. Goodbye. Какая бабушка? Мадам Шпана. О, привет, брат! Да что за шиза ты? А вы что здесь делаете? О, господин Будько, какая приятная встреча. А ты сегодня дома ужинаешь? Я не знаю, жду звонка от Будько. А я рагу готовлю и салатик. Рагу — это хорошо. Ну и отлично. Да, алло. Кто это? Какой Вася? Это мой друг Вася! Алло, Вась, привет! Он просто придурок! Я говорю, он придурок! Нельзя так разговаривать. Ладно, отдай. Пока! Да. Что, Петя? Мишу? До свидания, отдай! Петя! Это отдай! Почему ты даешь мой номер телефона своим друзьям, а? Потому что мобильного у меня нет! А потому что он тебе на, не вот, нужен. На, наверное, тебя опять. Алло, Толстяк, это ты? Это Будько. Кто? Будько? Дай сюда, дай сюда. Ох, да, товарищ полковник. Иди, иди отсюда. Вежливый у вас мальчик растет. Слушай, шоу? Вас там все время занят. Да вот ангелочек развлекается. Я не ангелочек! Ладно, ладно, все. Значит так, я назначил встречу интерполовцам на 16:00. Вот тут у себя. Ну, надо спокойно во всем разобраться. И ты приходи. Есть, товарищ полковник. Это есть братья Побегайло. Killers из Турции. He's strange. Он странный, не так ли? Интересная рамка для фотографии. Ух ты. Так, давайте по порядку. Значит, товар приходит. Мафия в Стамбуле вместо героина находит муку. Угу. Спрашивается вопрос. Где настоящий героин? Угу. Мы думаем, Шалей спрятал его где-то здесь, в Одессе. Когда корабль пришел в Стамбул, наша спецслужба нашла не героин. Она нашла 100 килограмм мука. Mm-hmm. Как вам это? Дальше. Мы его не брать. Мы его оставлять на корабле. Чтобы посмотреть, что будет дальше. И когда мафия Стамбул, нашла этот мука, она, конечно, объявляла война бурой. И вы спокойно смотрите, как в Одессе происходит война мафии. Да? Это что вам тут, цирк на дроте? Господин Будько, это не есть цирк. Мы должны отследить канал, мы должны взять гангстерс поличный. Ага. Не, ну, что за методы? Ну, что за методы, а? И вы еще говорите, что мы не мешаем наркодилерам. Может, вы еще скажете, что мы взятки тут берем? Я это не говорил. Ну, во всяком случае, мы хоть не перекладаем свою работу на киллеров. Мы думали так лучше. Вы не думали. А посоветоваться, а предупредить.
Это же Одесса! И вы работаете с одесской милицией! Однако, вы не сказал нам, что ввел в игра не настоящий Бойко. Вы тоже не есть ангел. Ну, мы сказали бы потом. Мы тоже сказали бы потом. Ладно, хватит все. Грязным бельем займетесь потом. Значит так, вы берете на себя двух киллеров, а я выманиваю из берлоги Бурова. А как? Интересно. Мне нужен героин. Настоящий. Как можно быстрее. Мы спрячем его у меня в подвале. Ну, это есть моя идея. А подвал мой. Гад. Oh, sorry. И тебе нравится, как мы живем? Ты собираешься прожить тут всю жизнь, в этой дыре? Это не дыра, это моя мастерская. Мастерская. И сколько бабла она тебе принесла, эта мастерская? Ни в какую Одессу мы не поедем. Ну да, конечно, ты же меня даже не спрашивал. Съезди сам, разузнай. А вдруг он тебе оставил бабки? Угу. Ты же задницу свою ленишься поднять со стула. Менты какие-то вонючие приехали, он сразу лапки кверху. Все, на полшестого у него опустилось от страха. Угу. О сыне бы подумал. Жили бы там. Эту квартиру бы сдавали. Море, отдых. Я прошу тебя. Ну, съезди. Ну, разузнай. Что, тебе тяжело, что ли? А мы с Мишкой потом к тебе приедем. Я тебя очень прошу. Расскажи что-нибудь. Сынуль, я только это и делаю. Я знаю все твои истории. Ну, хорошо, я сейчас. Слушай, ты не мог бы рассказать Павлику какую-нибудь историю? Может быть, что-нибудь про бандитов? Слушай, я здесь не для того, чтобы убаюкивать твоего сына. Ну, серьезно? Не, ну, скажи ему, чтобы он вообще засыпал и не дергал нас. Но это займет всего лишь 5 минут. Я не умею рассказывать истории. Все, спокойной ночи. Давай спадки, зайка мой. Ну, что рассказать-то? Ну, что знаешь? Ну, слушай. Жил-был один полицейский. Из отдела по борьбе с наркотиками. И вот он получает задание поймать и арестовать наркодилеров. Но тут его ждал сюрприз. В помощь ему дают группу поддержки. Отважного и смелого мальчишку и его красивую маму. На голову несчастному полицейскому сваливаются неприятности. Его избивают в милиции. Мальчик трепет ему нервы. Мама портит его рубашки. Но благодаря ему в Одессе по ошибке арестовывают полицейских из Интерпола. Но от этого никому не легче. Слушай, я... Если вы хотите, могу все уладить, и вас отправят с Пашкой в Москву. Нет.
Мне кажется, что мы тебе нужны. Ну и потом, Павлику хорошо побыть на море. Слава богу, в этом городе есть хотя бы одно место, где можно отдохнуть. Может быть. Убери свой смартфон и послушай меня внимательно. Итак, давай рассуждать логически. Куда может пойти бывший советский человек в своем родном городе? Куда его может тянуть? Что такое советский человек? Это человек, который не знает, что такое интернет. Черт, вы серьезно? Да, я серьезно. Итак, навряд ли они ходят по ресторанам или в кино. Дома сидеть скучно. Кажется, я знаю такое место. Клубная вечеринка. Пенная, например. Точно. Общественная баня. Баня? Что это? It's Russian баня. Что случилось с мамой Одессы? Не узнаю ее, какой кошмар. Не та уж молдаванка, не та уже берез, не тот уже французский наш бульвар. Не та уж молдаванка, не та уже берез, не тот уже французский наш бульвар. Ах, тает на глазах Одесса, мама, как будто бы медуза без воды. Разъехались по свету одесситы, это драма. Можно я пойду погуляю? А подожди, пока мама вернется. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, только от дома далеко не уходи. Павлик, ты еще дома? Я уже бегу. Странно. Ладно, потом разберусь. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Хватит уже футбол гонять. А что еще делать? Ого! А где ты его взял?
А тебе какое дело? Взял и взял! А это что, настоящий? Конечно, настоящий, а какой еще? Ну так что, постреляем или так и будем стоять? Круто, я знаю, где это можно сделать. Пошли к морю! Точно, пошли! Пошли. Давай только спрячем пистолет! Холодновато. Пожалуйста, подвинься. Дай мне немножко места. Да ладно, дождь почти закончился. Открой дверь. Пошли. Ребята, привет. Водички набери, водички. Венчик возьми. I can't wash anymore. Я больше не могу мыться. Stand for. This is our job, Sonny. Держись. Это наша работа, сынок. Как? Интернет не работает. Здесь не ловит интернет. Ты под ноги смотри, чепушила. Ты что, глаза потерял? Что за косяки в этой бане? Не могу понять, а? Я вообще в натуре не понимаю, зачем мы сюда приперлись, а? Прикол какой, а? Ну как какой? Самый кайф, братан. Ништяк. They are. Они здесь. Are you sure? Ты уверен? 100%. Как в детстве ностальгия. Ха-ха, по родине. В натуре. Ай, хорошо. Ах, ништяк. Очень хорошо. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленый валет, иди. Иди сюда. Exactly here they are. Точно, это они. What are we gonna do now? Что мы будем делать? Be awake. I should call. Я должен немедленно позвонить Будько. Уруру, иди сюда. Иду, иду. Давай, давай, братан, садись, давай. Братан, дай тебя поцелую. Несу, несу, несу. Сейчас. О, ваш заказ, джентльмены. По красоте. Пожалуйста. Вы не можете найти в одном городе двух несчастных убийц. Сколько вы будете меня позорить перед иностранцами, а? Товарищ полковник, мы прочесываем все гостиницы. Пансионаты, мотели, все съемные квартиры, но у нас не хватает людей. Это я вас прочешу. Если в течение 12 часов у меня вот тут, вот на столе, не будет лежать отчет о поимке этих двух заезжих стамбульских стрелков, я вас всех в порошок сотру. Товарищ полковник. Тихо. Алло, Будько слушает. Мистер Будько? Да. Это Бинг. Сэм Бинг. Интерпол. Как идут поиски? Да все нормально, господин Бинг. Думаю, что скоро будут положительные результаты. Окей, окей. Господин Будько, у меня для вас хороший... Новость. Какая? Ха, мы их нашли. Они есть в бане на улице Бабель. Все понял. Сделаем все как надо. Ёлы-палы. А что застыли? Что смотрим? Что, доигрались? Иностранцы вон нас сделали. Они их нашли. Группу захвата на улицу Бабеля. Срочно! Ты... Идиот! Ваша порошка. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, быстрее. Давайте, давайте, давайте. Черт!
Шухер, менты! Так, менты, давай! Сюда! Иди сюда! Сюда иди! Пошел, 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 пошел! Давай! Давай! Говори, что горит! Звони в пожарку, говори, что горит! Сейчас! Так, ты веники поджигай! Веники поджигай! Веники поджигай! Звони! Звоню, звоню! Давайте, быстрее! Алло! Алло, вы знаете, а у нас пожар. Где-где? В бане на улице Бабеля! На, второй поджигай. Приезжайте. Сейчас приедут. Let's go here. Идем сюда. Now you will see how you must work. Сейчас ты увидишь, как нужно работать. I'll catch them by Я возьму myself. Их сам. У тебя есть еще один пистолет? Сядь. Я отвечаю за тебя перед твоим отцом. Спрячься и не высовывайся. Едут! 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 Так, все! Пошли! Едут! Пожар! Учи пожар! Пожар! Учи пожар, говорю! Давай, давай, пожар! Давай, давай, давай! Пожар! Говори, что пожар! Пожар! What's the hell going on? Что, черт возьми, происходит? Fuck! Hey! Hands up! Руки вверх! В нашем деле что главное? Внезапность. Конечно. Иди, разбирайся! Что вы здесь делаете? У нас пожар. Какой пожар? На втором этаже возгорание. Разворачиваемся. Да мы здесь проводим специальную операцию. А мы пожары тушим. Подтверждаю, на втором этаже возгорание. What's going on? Come on! Что происходит? Что происходит, Run! Друзья? Run! Бежим! Куда ты ушла? Сюда иди! Давай, давай! Копыта не шевелите! Давай! Кого вы бы не привели? А? Господин Путько, какая приятная встреча! Даже себе Алло. Не представляешь, как. Угу. Да. И что? Это Мымра уехала уже. Да, приходи. Так что я буду с вами. Просто нужно с тобой поговорить. Так что жди. Да. Наблагли. Наблагли! Наблагли, я сказал. Да не тебе ты, Господи! Мобилы выбросили, мобилы выбросили. Мобилы на пол. Собери. Где у вас тут мужская одежда? Мужская одежда, где? Все женской одежды. Иди сюда. Одевайся. Ну что, на себя бабскую одежду будем отпаливать? Слышь, ты придурок, ты считаешь нас до хрена времени, чтобы мы здесь тебе шопинг устраивали? Одевайся, я сказал. Помада есть? Нету. Помаду дали? Помаду! Давай. Иди сюда. Сюда иди. Красавец. Все готово, уже можно стрелять. Наконец-то. Давай. Ого! Сейчас еще раз пальну. Давай. Сейчас по бутылке. Давай. Вау. Дай мне пойду. Давай, стреляй.
Давай. Ого! Теперь снова я. Иди сюда, иди. Пошли. Ладно, пока. Телефон дай. Телефон, говорю, дай. Алло. Алло, Оксана. Да, это я. Оксана, помолчи. Оксана, значит так, это, быстро приезжай. Я потом расскажу, быстро приезжай. Тут полный шухер. Угол Еврейской, это Кабак-Утес. Знаешь? Оксана, потом, все, давай. Да. Эй, красавицы, обвести не желаете? Нет. Садись, красавица. Ты что, не понял? Не понял, да? Понял. Гнида, пошел быстро отсюда. Туалет. Уйди. Зашел, говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Несите в подвал, вот ключ. Дверь номер 5. А, хорошо. Вы осторожнее там, осторожнее. Стены не покоцайте. Недавно ремонт делали. Покоцайте стены. Кто потом будет ремонт делать? Обживается брат Шалова. Здравствуйте, здрасте. Петрович. Здравствуйте. Здрасте. Какие люди? В Голливуде. Здрасте. Как дела? Нормально. А что происходит у нас? Ничего. Как ничего? Что ж вы, оно ж тяжелое, надорвете же. А давайте я помогу. Слушайте, а чего не на работе? Что? Ну, все люди работают, а вы целый день дома торчите. Так вот, а я на больничном. Ну, так когда болеешь, тяжесть не носит. Отдыхайте. Ага. Отдыхайте. Чует мое нежное сердце, что он работает на Бурова. Может, в этих коробках наркотики. А ну, пошли проверим. Наше дело следить и не вмешиваться. Слухай, не чапорук. Шмыга! Нам нельзя светиться. Значите. Петрович, куда вы лезете? Одну секунду. Вот это килограмм настоящего героина. А все, что в пачках, все мука. Ой, Петрович, не, ему все надо знать. Это с ума можно сойти. Почему только один килограмм? Как мне с этим работать? А я что знаю, Будько выделил только один. Где расписаться? Вот здесь. Ай, чушь! Блин. До свидания. Аккуратнее надо, гражданин. Поганая. Что бью, а? Сосед, я чего пришел? У меня тут в подвале домашнее венцо запрятано. Давай, обмоем. Как ты меня достал, а? Иди домой, дорогой, а? Иди домой! Да, Григорий Иванович, слушаю. Киллеры ушли у нас из-под носа. Что? Ну, вот так случилось. Как это могло произойти? Ну, ты не волнуйся, майор. Теперь мы их быстро поймаем. Да, только теперь они будут вдвойне осторожнее. Следующий. Матвиенко, Валентин Владимирович. Ну, я долго буду этот терпеть парад. Уведи их отсюда. Так, вышли все в коридор, там продолжим. Да, так вот, они ограбили магазин женской одежды. Что? Зачем? Ну, ты бы смог бегать по улице голышом. Почему именно женской? Да потому, что другого магазина рядом не было. Да, и еще. Я тут кое-что нашел в кармане брюк одного из убийц. Что именно? Это чек.
на оплату лекарств против аллергии. Так вот, на чеке? На чеке. Адрес аптеки. Улица Дворянская, дом 33. Улавливаешь? Ты меня слушаешь? Так это же в нашем доме. Ну да, делай выводы. Ладно, отбой. Простите, вы моего сына не видели? Он тут с детьми играл, вот тут в садике, а потом все побежали к морю, и он побежал. Спасибо. А что случилось? Ничего. Нет, так и что-то случилось, а? Все нормально. Привет. Привет. Давай я тебе помогу. Спасибо. Ага. Здесь удобно. Рынок рядом с домом. В Москве до ближайшего рынка 20 минут на транспорте, да еще и пешком идти. Вот и приходится сразу много покупать. Устаете, наверное? Ну, не больше, чем вы на своей работе. Слушай, давай мы определимся. Мы с вами на «ты» или на «вы»? Конечно, на «ты». Да, конспираторы из нас никакие. Да, никакие. А где Павлик? Он в соседнем дворе играет. Здравствуйте. Здравствуйте. А это... Да, да. Это моя жена. А, спасибо. Ну, я так и поняла. У пятую квартиру. Да, да. Я закрою. Стой. Да, слушаю. Товарищ Бойко? Да? Это звонят из милиции. Старший лейтенант Онищенко. Что случилось? Кто это? Секундочку. Ничего страшного, это по работе звонит. Я сейчас. Да, я вас слушаю говорить. Ваш сын стрелял из пистолета в общественном месте. Говорит... Он его нашел. Ваш мальчик сейчас у нас. Приходите немедленно. 12-е отделение. Черт. Этого только мне не хватало. Товарищ полковник, это Зверев. Нужно, чтобы вы срочно позвонили в 12-е отделение милиции. Старлей Онищенко. Опа. Слушай, я схожу за Пашкой вниз, а ты пока собери вещи, мы переезжаем. Как? Ну, перевезу вас в гостиницу, потому что пока не нашли убийц, находиться здесь небезопасно. Угу. Ладно? Что такое? Ну, я купила курицу, хотела ужин приготовить. Курицу? Да, я поторговалась, купила все дешевле, думала, ты обрадуешься. Ну хорошо, положи ее в холодильник, потом вернемся, приготовим, ладно? Угу. Извини. Ой! Ой, ёлки-палки. Ну, я пойду за Пашкой. Ну, ты собери чемодан, ладно? Больно, Жорик. Больно же. Слышь, бабоньки, а ну так бить отсюда. Ложи. Вы что вообще, а? Что такое? Не поняла, вы куда? Закричу, Солнышко, ты не узнала? Не узнала, да? Ой, котик, вообще не узнала тебя, котик мой. Ну, поехали, давай, давай. Ох, ходу, солнышко, ходу. Да еду я, еду. Меткоих опас гатире, ткоени деда ватире, а?
Ух, Квенни. Приведите арестованного Бойко. Ну, товарищ майор, ну вы в своем уме, м? Держать пистолет там, где его может найти ребенок. Возьмите, пожалуйста. Извините, просто, ну... Арестованный Бойко доставлен. Угу. Привет. Я не хотел. Спасибо. До свидания. До свидания, товарищ майор. Идем. Приехали. Давай. Вылезай давай, муфлон, вылезай. Давай, 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 вставай. Перси, забери тапочка его. Какая. Красавец. Я боюсь, Жори. Дай первое зайду. Успокой. Подожди, подожди. Умри, умри, я сказала. Ну, заходи, заходи, мой хороший. Чтоб я хоть еще раз в жизни. Бабы вырядился. Котик любит пожестче, да? Ну, прошу. Иди, мой хороший. Слышь, ты, проститутка, чем плетешься? Не давай перенимаешь нас с работы. Выше крыши. Надо работать в милиции. Вот ты дуже часто туда попадаешь. Что ты опять натворил, а? Уйди по-хорошему. Что? Так не при ребенке. Ты слышал, как он с нами разговаривает? Человеку надо просто объяснить, как надо разговаривать с представителями закона. Я же сказал, не при ребенке. Вот ты какой заботливый. Так, иди сюда. Так, стой здесь и никуда не уходи. Я скоро приду. Ага, пап. За мной. За мной. Ты слышишь, полководец. Так, что вам от меня нужно? Что ты пикуешь? Я спрашиваю, что вам, дурням, от меня нужно. Что? Ай! Давай, 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 сказал ждать меня там! Папа, ты вообще крутой! Идем! Шмыга, я за нас отомщу! Пап! Да? Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда, никогда так не буду. Никогда. Пожалуйста. Ладно, ладно. Только маме ни слова. Лады? Лады. А ты молодец. Даже в милиции не растерялся. Сказал, что твоя фамилия Бойко. Я бы с тобой в разведку пошел. Ну ладно. Пойдем, я тебе мороженое куплю. Какое? Ну? Да, нет, купи мне персиковое, апельсиновое. Хорошо. Виноградное. Только недорогое, ладно? Арбузовое. Все, 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 все. И с персиком. Хватит. И с яблоком. Ну шо? Только шо?
На моих глазах брат Шалова таскал у подвал коробки с пакетами. Примерно 100 килограмм. Опа-на! А вот и наш товар. Ну давай, звони Бурому. Да сам знаю, звони Бурому. Алло, хозяин, это я. Да. Есть хорошие новости. Говори. Мы проследили за братом Шалова. Ну? Так вот, наш товар у него. Он пытался его перепрятать. Все 100 килограмм. Перепрятать? Да. Куда? Ну, подвал своего дома. Он что, идиот? А я знаю. Здесь что-то не так. Проверь его как следует. Хорошо. Значит, сделаем следующим образом. Ты. Господин Левин. Да. К вам господин Бойко. Во наглец! Ну совсем оборзел. Так, Лёва, я. Не-не-не, Сера, останься! Оружие приготовь. Пусть войдет. Здрасте. Здрасте. А вы кто? Бойко. Здравствуйте. И вам того же. Скажите, а вы в этом доме работаете, да? Так и да. О, слушайте, а скажите, вот жилец ваш, Андрей Бойко, вы ничего странного за ним не замечали, а? А что я с этого буду иметь? А, да. Все. О! Тягал с рабочими какие-то коробки в подвал. А что он что-то натворил? Да не-не-не, что вы. А какие коробки-то, большие? Да не, вот такие. Да-да-да. Скажите, а в какой квартире-то он живет? У пятой. У пятой. Так что он что-то такие натворил? Да не, ну шо вы. Все в порядке. Спасибо вам, бабуля. Бабуля. Какая тебе бабуля? Баба-яга тебе бабуля. Паша, иди вперед. А можно мне попрощаться с Васей теперь? Нет. У нас очень мало времени. Ну, пожалуйста. Я сказала нет. Ну, пожалуйста. Михаил. Пока. Эй, садись пока. Залезай, я тебе сказала. Пока. Садись. Пока. Ты для него авторитет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш первый номер. Спасибо. Заполните, пожалуйста, анкету. Так. У нас в Москве большая квартира. Если ты хочешь, ты можешь жить с нами. Пашка. В общем, я побежал. Ни в коем случае никуда не выходите из номера. Хорошо. Да, и Маша. Что? Ничего, просто будьте осторожны. Возвращайся скорее. Так, Пашка, чтоб без спроса из номера никуда не выходил, ты понял меня?
Да, понял. Мам, ты! А мой папа, он какой был? Я же тебе рассказывала много раз. Ну, а что ты хочешь знать? Мой папа был как Зверев? Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты называл его Бойко, а не Зверев? Мам, ну так что? Что? Мой папа был как Зверев? Ты что, не помнишь? Иди сюда. Помнишь? Помню, немножко. Твой папа очень тебя любил, Пашка. Зверев тоже хороший. И сильный. Он меня спас из тюрьмы. С какой еще тюрьмы? А ну-ка рассказывай. Только не говори ему, ладно? О чем не говорить? Я взял у него пистолет, и мы с ребятами стреляли по бутылкам на пляже. А потом меня забрала милиция. Я им сказала, что моего папу зовут Андрей Бойко. Ты попал в милицию, вы стреляли из пистолета? Вы же могли убить друг друга. Боже мой. Мамочка, ты только не говори Звереву, ладно? Пожалуйста, не говори. Он не Зверев, он Бойко. Что мне с тобой делать? Мамочка, прости, только не выдавай меня. Пашка, слушай меня, чтобы без моего разрешения ты никуда из этого номера не выходил, ты понял меня? Понял. Ты понял? Понял. Этот лох на 100% выведет к Бурому. Слышь меня? Я говорю, этот лох на 100% выведет к Бурому. А если не выведет? Выведет. Андрей Бойко, господин Левин. Здравствуйте. Господин Левин, к вам господин Бойко. А мы его давно ждем. Пусть войдет. Проходите. Спасибо. Я нашел у себя дома 100 килограммов героина, перетащил их себе в подвал. Вот, мой брат хотел открыть дело. Я не буду наступать на те же грабли. Забирайте свой товар и свяжите меня с Буром. Я хочу работать с вами. Молодец. Серый, ау, представь нас. Да боже ж мой. Это господин Левин, управляющий компанией «Арпекс». Да. А это товарищ Зверев из Москвы, майор, милиционер. Очень рад познакомиться, товарищ. Да уж я как рад. А ты юморист, а? Это фальшивая семья. Ребеночек. Высший класс. А можно я еще кое-кого представлю? Андрюха, давай. Познакомься. Это настоящий родной брат Шалова. Андрей Бойко. Здрасте. Ну и дурак же ты, Бойко. Мусора у вас умные стали. Да наш-то светлая голова, а? А здоровый какой бычара. 100 килограмм в подвал перенес. Все сказал? Я все сказал. Ага. А теперь пошел вон. Пошел вон. Жека, героин забери. Лови. Пол! Он мне никогда не нравился. Сука, да! Да, сука! Я позвоню?
Не против? Полковника Будько, пожалуйста. Говорит майор Зверев. Полковник из кожи вон лезет. Пытается найти киллеров. Скажу ему, чтобы не дергался. Пускай киллеры закончат то, что начали. Что это значит? Это значит, что Светлая Голова считает, что вам всем крышка. Мафия уберет вас одного за другим. Так что давай звони хозяину и скажи, что мы хотим его защитить. А тебе-то что с этого? Мы не хотим, чтобы продолжались убийства. Мы хотим арестовать перевозчиков, найти подпольные лаборатории, проследить всю цепочку. Ясно? То есть ты предлагаешь нам сделку? Пытаешься спасти наши задницы, упекая в тюрьму? Слушай, это ты, Светлая Голова, как все точно излагаешь? Ага. Чу-чу-чу-чу. Бурина, это не пойдет. Да? Да. А ты позвони ему, спроси. Умник. Значит, сначала валим Бурова, потом разбираемся с товаром. Понятно? Да. Понятно, говорю? Все, я понял. Понял он. И я тебя прошу, вот по-братски, не подведи, а? Вот соберись. Вот хоть раз в жизни не облажайся. Я не подведу тебя, брат. Значит так. Жучок. А где здесь жучок? Нигде не жучок. Отдай сюда! Берешь вот эту штуку и засовываешь над колесом. Понял меня? Понял меня, говорю? Да, да, пошел. Я все понял. Пошел, говорю. Братишка, зажигалочки не найдется, а? Не курю. А? Не курю. А, ну да, правильно. А я, знаешь, вот не могу бросить. Сколько раз пытался, не получается. Да. О, спичка нашел. Уважаю спички. Не люблю я эти зажигалки. Вот как-то спички подручнее. С детства привык к спичкам. Уважаемый, а? Здесь не курят. Ну да. Это правильно. Ладно, бывай. Давай. Давай быстрее. Давай, звони. Не тяни, время дорого. Да пошел ты. Если я уйду, то вам всем крышка. Звони. Звони. Это я. Угу. У нас неприятности. Ну, хоть бы раз ты ко мне с чем-нибудь хорошим позвонил. У меня в кабинете сидит Зверев, майор. Я рассказывал о нем. А что он хочет? Он говорит, что хочет нам помочь в обмен на встречу с вами. А хер он не хочет? Фу, как грубо. Он говорит, что может избавить нас от киллеров. А какие гарантии? Никаких, но... Шанс есть. Ладно, приведи его ко мне. Понял, выезжаем. Молодец, как хорошо поговорил. Вставайте, бараны! Ты хоть понимаешь, мент, куда ты сейчас едешь? Понимаю. Поехали. Встали по периметру, быстро! Встали! Боитесь? Правильно делаете. Зверь, все вас умоляю, садитесь в мою машину быстрее. Давайте! Thank you.
болит, разрывает твой взгляд, будто бы динамит. И не могу о любви, это супер экзотика. Не нравится мне это твое ноу-хау. По-любому чихну в натуре. Две метки, поправь. Убери метки. Сейчас. Убери метки, говорю. Сейчас. Распределились по периметру. Наблюдаем. Сюда иди. А что, господин Буров уже вернулся? А он никуда и не уезжал. Это его логово? Да. Ай да Бурый. Его вся милиция ищет, а он не парится. Ну вот, прошу. О, господин Бурый знает толк красивой жизни? Да. Здесь он чувствует себя в полной безопасности. Что-нибудь выпьете? Нет, я не пью. А я выпью. Господин Буры скоро выйдет. А вот его. Со мной согласен ты хоть на край земли. Я понимаю, что все это игра. И только ради тебя я беру карты, не счастливее меня. Минуты, когда между нами. Так вы и есть Зверев. А я думал, вы другой. Обманывать ожидания — мое кредо. Как вам погода? Да, погода отличная. И вид у вас тут хороший. На залив. Да. Тут все красиво. И все это принадлежит мне. А у вас есть к нам конкретное предложение? Можно и так сказать, да. Вы сдаете нам всю цепочку в обмен на свою жизнь. Все просто. Знаете, меня это не устраивает. Зверев. Майор, если я не ошибаюсь. Боюсь, у вас нет другого выбора, господин Бурый. То есть хозяин, если я не ошибаюсь. Иначе вы не стали бы прятаться здесь у себя в норе. Слышишь, ты не боишься, что здесь, как ты выразился, в норе, у меня тоже небезопасно. Здесь все-таки высоко. Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Понимаю. Что делаешь-то, а? Что происходит? На таблетке подействуй! Афон! Ты не чихнул в натуре! Афон! Как там сейчас? Не надо, я же не тебя! Не надо! Плыви давай отсюда! Так что, господин Бурый, может быть, рассмотрите наше предложение? Рассмотрим. Не ожидал. Обманывать ожидания — мое кредо. Извините. Да, алло. Товарищ полковник? Господин Буров согласен с нами сотрудничать. Понял тебя. Да, давай. Это Зверев.
Бурый раскололся. Сдает всю группу. Поздравляю, господин Будько. Дверь делал уроду, а? Ёханый бабай, а? Знаешь, нам теперь точно крышка, а? Понимаешь? Нам конец, понимаешь это? Пыхтит, ходит. Я тебя самого завалю когда-нибудь, понял? Жорик, не надо, я же твой брат. Что, Жорик, не надо, ты хреново, что ты мой брат. Если мне наша мама покойная перед смертью тебя дурака мне навязала, я бы тебя давно уже пристрелил бы. Что нам теперь делать, а? Я думаю. Что ты делаешь? Думаешь? Чем ты думаешь? Вот этим ты думаешь? Это не думает у тебя. Это только капает. Думает он. Значит, так. Короче, единственный выход это вернуть товар, ясно? Фу, ты тут мне машешь головой, сидит тут. Пошли, попугай. Сегодня в особняке в пригороде Одессы было совершено покушение на известного бизнесмена Илью Бурова. Следствие располагает фотографиями предполагаемых киллеров. Просьба всем, кому что-либо известно об этих людях, сообщить по телефонам, которые вы сейчас увидите на экранах. Пашка! Ты что там делаешь? Ничего! Рисую! Сегодня в особняке в пригороде Одессы было совершено покушение на известного бизнесмена Илью Бурова. Следствие располагает фотографиями предполагаемых киллеров. Просьба всем, кому что-либо известно об этих людях, сообщить по телефонам, которые... Прочитайте и распишитесь. Товарищ майор, мы обыскали все в округе, никаких следов. Я думаю, они ушли морем. Ясно. Отбой, капитан. Есть. О. Сынуль, кто там звонит? Это папа Зверев. Алло. Пашка, привет. Это я. Как у вас, все нормально? Хорошо. Мама в душе, а я телек смотрю. Ты скоро приедешь? Да, я скоро приеду. Слушай, передай маме, что... Я сейчас ей трубку дам. Давай, давай. Алло, Олег. Ты скоро будешь? Я скоро буду. Маш, я просто хотел тебе сказать кое-что важное. Что-то случилось? Нет, просто я... Извини, я должен тут идти, я тебе потом перезвоню, ладно? Хорошо. Ты что, Пашка? А? Ничего, просто так. Там? Рум-сервис. Кто-кто? Обслуживание. Ну, спокойно ты был там, а? Тихо. Давай, 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 давай. Аккуратно. Скорее, пойдем. Ну что ж такое-то, а вот придурок. Руку давай. Руку давай сюда. Давай, иди. Полудурок, а. Полезай. Полезай. Блин, блин. Да, тихо.
назад! Полудурок, а? Паша! 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 Да. Алло, Олег! Моего сына! Пашку похитили! Кто похитил? Когда? Я не знаю. Я не знаю. Было двое. Так, Маш, не волнуйся, все будет в порядке, мы его найдем. Значит так, я сейчас еду в гостиницу, жди меня. Слышишь? Паша. Товарищ полковник. Да? Пашку, моего сына похитили. Ну, я же говорил, что брать с собой женщину и ребенка, ну, это глупость. Я сейчас еду в гостиницу. Пожалуйста, организуйте поиски. На связи. Что-то случилось, господин Будько? Случилось. Похитили сына Зверева. И думаю, что это наши киллеры. Something happened. Что-то случилось? Happened. Случилось. They kidnapped Зверев. Они похитили сына Зверева. Кстати, вы обещали их взять на себя. Ну и где они? Если бы не ваша провальная операция в бане, господин Будько, эти киллеры давно были бы в тюрьма. Зверев is asshole. Этот Зверев идиот. Let's go. Идем. Вот что он сейчас сказал. Don't tell him. Не говори ему. Вам это лучше не знать, господин Будько. I see you have fallen over our business. Я вижу, ты увлекся нашим делом. Твой отец будет рад. What we're gonna do now? Да, но что мы будем делать сейчас? Now. Сейчас? Now we will try to take them. Сейчас мы возьмем их первыми. That's why Butko's eye once again. Утрем нос Будько еще раз. Maybe this can help us. Может, это нам поможет? Good job, Sonny. Хорошая работа, сынок. Good job. Хорошая работа. Не стоит. Ребенок, Оксана, пацан, не видишь? Так а что с ним делать вообще? Дождемся, пока менты затихнут, потом позвоним брату Шалова и узнаем, где товар. Так а что, долго он тут будет? Ну, я не знаю, часа три максимум. Слушай, на нас менты могут засечь, ты шо? Ну вы потом свалите, а Оксана, мне все! Что делать? Что ты заладила, что да шо? Все, я сказал, пока наркоту не заберем, пацан будет здесь. Так, иди какую-нибудь пайку ему организуй и нам пожрать что-нибудь. Да достали вы. Давай. С пайкой уже. В сарай его неси, в сарай. Пайка. Хорошо же, Жоря, хорошо. Давай. Закрой рот, я сказал. Не хочу! Валю, сам закрой! Ты спай уже. Сам закрой! Смотри, Жор! Помогите! Олег! Что мне делать? Куда они его увезли? Все, успокойся, его уже ищут. Все будет хорошо, не волнуйся. Я даже крикнуть не успела, понимаешь? Это я виновата, я. Успокойся, ты ни в чем не виновата, понимаешь? Зачем ты втянул нас хорошо? В это? Зачем ты втянул нас во все это? Успокойся, прошу тебя, Маша. Тихо. Верни мне Пашку. Конечно, обязательно. Я тебе обещаю, верну. Им нужен не он, а я, понимаешь? Я. Я ничего не понимаю. Прости меня.
найди мне моего сына. Пожалуйста, верни мне моего сына. Все, не плачь, не плачь. Тихо, я ее найду. Все будет хорошо. Я ее найду. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну что, есть какие-нибудь новости? Да мы дали объявление по телевидению. Показали фото. Ну, мы делаем все, что можем. Ты оставайся в гостинице, сиди и не дергайся. Надо будет помощь, так я тебе сообщу. Все. Ага. Они обязательно должны выйти на меня, я уверен. Нужно только немного подождать. О! Решетка. Колючий, то, что надо. Карбонару заказывали? Давай, давай, давай. Что, все, что ли? Не отработал еще. На. Персику. Так, а тут у нас что? Жрите. Отпустите меня! Ну вот что мне с ним делать? Он мне сейчас весь сарай там разнесет. Жри, давай я его вырублю. Слышь ты, жри, сиди, вырублю. Я тебе сейчас сам вырублю. Ладно, пусть орет. Слышь, в прошлый раз, когда ты с Турции своего кореша припер, я чуть не попала. Мне задолбалось все. Уже подставляться. Все. Ну что ты все? Ну не попала, ну что ты все? Ну что ты все задолбал? Ну все же нормально обошлось, а? Знаешь что? У нас, наверное, да, вот сейчас запас у нас есть. Давай что-нибудь бухнем, а? Есть что бухнуть? Нема. Нема. Все у тебя нема. А что такое? А что такое? Коди хочет поразвлечься. Ксюх. Оторваться. Ксюх. Ну. Ксюх. Ну, не, Ксюх, ну, не, все, Ксюх. Ну не время, ну Ксюх. Давай, седайте. Ксюш. Пошли. Брат, давай, давай. Братан. Не впадлу. Возьми тарелку, а? Отнеси пацану похавать, а? Пожалуйста, не впадлу. Давай, иди уже. А ты неси давай тарелку. Пусти! Похавать. Как отрываться, так они. А как похавать, так сразу братан. Достали в натуре. Вставай! Это пацан! Пацан, пацан! Оксана, ну! Отцепи цепь-то, а ну! Оксана! Давай, давай!
Вставай, душа. Вставай. Муфлон, вставай, вставай, вставай. Где пацан? Пацан где? Алло, подъем, 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 слышь, подъем. А что это такое? Ты вообще не понял? А? Убежал. Твою мать. Вон он, вон, смотри, у ворот стоит. Стой. Стой. Куда ворот? Куда? Куда? Убери собак, убери собак. Умри, умри, я иди сказала. Сюда, иди сюда, сюда иди ко мне. На, забери его. Достал, а? База, надо занять бой. Вот, кажется, они. Тихо. Да, я слушаю. Алло, Бойко, твой пацан у нас. Папа, я здесь! Ну, я мужчина! Слышишь? Вот. Я хочу поговорить с ребенком. Что ты хочешь? Поговори с ним. На, поговори. На, убери руки. Поговори с папой. Скажи ему, что с тобой все в порядке. Поговори. Папа, со мной все хорошо. Я их кактус отобил. Убедился? Убедился? Что вы хотите? Что мы хотим? Мы хотим товар. Где товар? А? Он в тайнике. Приезжайте ко мне домой. Отдадите мальчика, получите товар. Хорошо, значит так, Бойко, слушай меня внимательно. Мы будем тебя в течение часа, но учти. Не дай бог кипишнешься, позвонишь мусорам. Малолетний. Ментам, учти, я тебя предупреждаю. Огорчусь. Ты своего пацана не увидишь никогда, ясно тебе? Ты понял меня? Понял, понял. Все, через час жду вас у себя на квартире. Давай, целую ручки. Аривидерчи. Забери. Что, что они хотят? Они хотят героин. Ой, какой героин? Что с Пашкой? С ним все нормально. Ты слышал его? Да, слышал. Да, все, успокойся. Товарищ полковник, мы нашли свидетеля, который узнал киллеров. Он их видел в женской одежде у ограбленного магазина. И шо? И шо? Сюда его веди. Есть. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, что вы видели? Я видел. Все видел. Угу. Они были в женской одежде. Я когда по телевизору видел, сразу узнал. Я ехал на машине, а она меня по лицу пистолетом ударила. Кто она? О, один из тех. В женском платье. Потом они в машину сели. Я номер записал. Во! Пробей по базе. Срочно! Есть. Что ж вы сразу в милицию не пришли? Я сначала в больницу поехал, товарищ милиционер. Она мне лоб разбила. Ух, магис де даватире, а? Шо? Ничего, товарищ милиционер, я когда фотографии по телевизору узнал, я сначала испугался. А потом, когда сказали, что ребенка украли, я пришел. Молодец, что пришел. Товарищ полковник, номер пробили. Оксана Конопля проживает в Пиляевке, в пригороде Одессы. Так... Срочно все свободные группы на выезд. И сообщи этим иностранным коллегам, чтоб их как сквозь землю провалились. Срочно выезжаем. Есть. Спасибо вам, товарищ грузин. Я сейчас должен поехать к себе на квартиру. Ты оставайся здесь. Просто так нужно. Так нужно. Нет, 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 нет. Подожди, а почему ты не отвечаешь? Я не хочу рисковать. Я все должен сделать сам. Сам. Да где ж тебе черти носят, Зверев, а? Да что ж ты трубку не берешь?
Ну что, товарищ полковник, выезжаем? Да. Не могу дозвониться Звереву. Ну, начинаем без него. Времени нет. А где эти иностранные коллеги? Тоже недоступны. Ну и слава богу. Понял. Ну где все? Слышь, Коть, так а что мне делать, если сюда вообще менты завалят? А что делать? Ты ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаешь. Сиди, не дергайся. Мой папа все равно вас побьет! Вы преступники! И я вас по телевизору видел! Слушай, он достал меня, давай его вырублю! Я тебя, блин, сейчас сам вырублю! А я добавлю. Все, хватит мазать свои прыщики, ёханый кактус. Давай, все, собирай его отсюда, вози к чертовой матери, надоел. Все, вперед, вперед, вперед! Все, пацан, ты достал меня уже. Отстань! Давай, к папе едем. Все, Ксю, слышь? Правда, пора собираться, а? Времени совсем нет. Так а что мне теперь вообще? Полгода тебя опять с этой Турцией ждать. Ну, Ксюх, я тебя прошу, не реви только, я тебя умоляю, а? Ну, не реви, Ксюх, ну не люблю, а? Все. Ты куда бы за кем тут реветь? Коник. Ксюх, все. Все. Будь мужиком. Все.
вы застыли, а? Вперед! Вперед! За мной! What's happened here? Что здесь произошло? Стоять, где это? Руки за голову! Hands up! Hands up! Get your hands up, my guy! Руки вверх! Come on! Hands up! Where did you get this gun? Где ты взял этот пистолет? In the toy shop. В магазине игрушек. Где товар? Сын мой. Где товар, я спрашиваю? Где мой сын? Я говорю, где товар? Сын где? Я говорю, где товар? Сын мой где? Тут папаша, какой ты доставучий, а? Я тебе сказал, что с твоим сыном все в порядке. Сначала ты мне говоришь, где товар, а потом я тебе говорю, где твой сын. Сначала мальчик, потом товар. Слышь, ты что, в натуре не понял, что ли, а? Я тебе сказал, сначала ты говоришь, где товар, а потом я говорю, где твой сын, усек? Я ничего тебе не скажу, пока не буду уверен, что с моим сыном все в порядке. Бойко, а? Слушай, какой-то неугомонный прям в натуре, а? Хорошо, пожалуйста. Давай. Я звоню. Вот. Давай, жду. Алло. Поднимайся, он один. Поднимайся, я тебе сказал. Все, пожалуйста. Достал уже. А вы что здесь делаете? Ёксель-моксель. О, господин Будько. Какая приятная встреча. Ну давай, шевели копытами-то, а. Жорик, иду, иду. Пожалуйста, пожалуйста. Ногами шевели, шевели. Паша. Так, тихо, 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 тихо. Где товар? В подвале. В подвале, замечательно. Пошли в подвал. Развяжите его. Ага, чтобы он мне руку откусил. Развяжите, сказали его. Папа! Так, стоп, папа, папа. Пошли папа! В подвал. А с этим что? Не знаю, запихни его на кухню. В квартире запрем. Не найдем товар, вернемся. Давай, все, шуруй. Посиди шуруй. Здесь и все. Ничего не бойся, ладно? Да ничего я не боюсь. Сиди здесь. Давай, ничего давай. Не плиту не включай. Чье? Я спрашиваю, чье? Так ахаля моего. А что, запрещено? А это у тебя откуда? Че уже готовимся понести наказание? Так я могу ускорить этот процесс. Учти, чем больше ты будешь упрямиться, тем дольше потом будешь сидеть. Да не знаю я ничего, ну не знаю. Давай спокойно, там в доме настоящая комната пыток. Цепи какие-то, плетки. Так вы еще и дитя мучили. Ах ты ж тварь. Так, забирайте ее. Пойдет как сообщница. Эх, Оксанка, не видать тебе счастья в этой жизни. Да не мучили мы, не мучили. Это мое вообще все. Я не знаю, куда они поехали. Ну, забрали дитё-то, поехали куда-то. А, так значит, они все-таки были. Куда они поехали, говори. Да не знаю, ну какому-то Бойко. Ну, позвонили, уехали. Ну, не мучили. Так, это в обезьянник. Что такое? Так, сейчас быстро в город. На квартиру в зверь. Не, ну тоже мини-герой. То, что вы ищете. А ты не боись, мы сейчас это еще проверим. На, держи. Это ж опять мука. Как мука? Господи, как меня задолбало это все уже в натуре, а? Какая мука, дай я попробую. Такая мука, на, посмотри, какая мука, а? А! Глаза! А! Точно мука! Глаза!
Стой, стой! Уйди отсюда! Уйди! Уйди отсюда! Ну ты, козел, получишь. Понял? Нос! Нос! А! Если ты мне нос сломал, я тебя точно убью. Я тебя за Шурика! Иди на него! Иди на него! Брат, козел! Что такое? Что такое? Я Бойко из пятой квартиры. Узнали? Ой, господи, боже мой, мамочки мои. Вам чего? Вызовите, пожалуйста, милицию. Кого? Там милицию. Там в подвале грабители. Я их задержал. Ой, грабители. Боже, боже, боже. Нам только грабителей не хватает. Нет покоя ни днем, ни ночью. Алло! Алло! Это милиция? Паша! Паша! Пап, я не боялся, я только собак боялся. Я так боялся, уже давно сбежал. Молодец. Смотри, что я нашел. Пашка, ты понимаешь, что ты нашел? Это же... Да, я знаю, это наркотики, за которыми они охотились, да, папа? Слушай, ты молодец. Но ты даешь. Папа, я хочу к маме. Когда мы поедем? Сейчас. Устал, да? Странно. Ладно, поехали к маме. А, боже, боже. Что вы не поняли? Я еще раз говорю, у нас у подвале грабители. Приезжайте. Что в каком подвале? Дворянская, 33. Дворянская, 33. Приезжайте срочно. Доброй ночи. Скажите, доброй. А Валентина Бойко из первого номера у себя? Бойко, вы сказали? Да. К ней приехало два человека, она ушла вместе с ними. Что, куда ушла? Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Да, алло. Товарищ полковник, это Зверев. Что ж ты творишь, майор, а? Что ж ты трубку-то не снимаешь? Потом отчитайте. Маша пропала. Что? А мальчик где? Он со мной, с ним все в порядке. Григорий Иванович, у меня в квартире, в детской. Да уже нашли. А, уже нашли? Все, еду в управление. Мы тоже. Не, ну здорово ты этих скрутил. До сих пор чихает. Ладно, встретимся на месте, поговорим. Thank you.
Мы найдем ее, майор. Главное, что киллеры здесь ни при чем. Я надеюсь. Товарищ милиционер. Да подожди ты. Так что ж получается, что Шалый вызвал сюда брата, чтобы его семьей прикрыть тайник? Ну и ну. Но он же не ожидал, что его так быстро уберут. Хотел скрыться, а потом по-тихому вернуться и сбыть товар. Я только его встречу. Бойко! Товарищ полковник, скажите этим, чтобы они отвалили. Бойко, ой, не нарывайся! Пашка! Мам! Сынок, а с тобой все в порядке? Да, с тобой все в порядке, я нашел наркотик. Товарищ полковник, это не настоящий бой. Мы навели справки в Москве и арестовали женщину, что скрывалась в отеле. Идиоты. Ты, товарищ полковник, это дело требует пояснения. Если этот Бойко, не Бойко, Бойко, то кто же тогда Бойко? И этот Бойко, кто он? Кто он? Товарищ полковник, и что он здесь делает? Как же вы меня достали. Бойко! Не нарывайся! Майор Зверев, Российская Федеральная Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ну, вот и познакомились. Майор? Олег. Мама! Папа! Папа. Господин Будько, господа, мы привезли настоящий Бойко. Томми? Здрасте. Привет. Что вы слышали? No, it's cool where I am. Нет, круто, там, где я. Молодец, Джон. Молодец. Окей. На, кинем монетки. Чтобы сюда вернулся опять. Загадаем желание. Ну что, еще сутки побудем здесь, а завтра с утра пораньше обратно домой, в Москву. Да, конечно. Маш, я хотел тебе сказать, но, точнее, ну, то есть я... Олег, Маш, мне кажется... Я... Так, стоп. Говорите по одному. Ничего не понятно. Зверев, сначала ты... Спасибо. Маш, я... Стоп. Мам, теперь ты. Я... Не знаю, что сказать. Придется мне... Зверев, ты нам нужен, а мы нужны тебе.